Убийство произошло в сентябре 2016 года. Отслужив в рядах российской армии, Сергей вернулся домой и, по словам родственников, собирался работать и помогать родителям. Это мальчик очень сам по себе спокойный. Мы вообще не ожидали от него, что такое вообще случится. Узнав то, что он убил двоих, это вообще, ну не знаю, даже он не мог даже обидеть животное, скорее всего. На него это не похоже, нет. По материалам дела, в тот роковой вечер 19-летний Сергей пришел в гости к своей 46-летней знакомой, с которой его связывали близкие отношения еще до армии. Однако в доме он застал другого мужчину. Получается, у него были еще другие мужчины, у этой женщины. У них были близкие отношения, состоялась интимная связь. И когда пришел сожитель, вернулся домой, застал их вместе, и у них получился конфликт из-за того, что Золин, как сказать, Золин являлся любовником его сожительницы. Поэтому ввиду этого у них произошла ссора, конфликт и переросла уже в убийство. Суд посчитал вину подсудимого доказанной и назначил наказание в виде лишения свободы на 16 лет. Эти годы Сергей Золин проведет в колонии строгого режима. Даже вот у него страничка есть ВКонтакте, у него написано статус о том, что он хочет жить, ему нравится жить. Он хотел, он стремился, потому что он жил в такой семье, у него желание было только жить. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».